Плохие новости. Меня выперли из магазина нижнего белья. Вот подлюки. Где же я теперь стринги-то возьму? Мама. И машинку мою забирают. Мне срочно нужно... Работу. Парни. У вас не найдется какой-нибудь работы? Тебя не пугают жулики? Да я на рынке трусами торговала. Далеко пойдешь. Джо Морелли сбежал? Охренеть. 50 штук, живой или мертвый. И я возьмусь. Она у нас охотник за головами. А мне такой можно? Наша девочка работу нашла. Мне и пушку дали. Оно стреляет, мама. Сдать бы ее в психушку. Уильям Эрлинг. Его отовсюду гонят. Вечно светит своим. Ну, здравствуй. Вау. Ночные бабочки всегда в теме. Дай Луле печенье, и получишь сообщение. Печенье? Я жрать хочу. Ты не потянешь. Будь начеку, детка. Стефани, план. Винни тебя за мной послал. Тебе хана, Морелли. Знаешь, киса? Да ты ходячий секс. Ой. Сволочь. Счастливо, пупсик. Вот скотина. Я стреляла из пушки, круто скажи. Я поимею, Морелли. Это не то, что ты подумала. Ага. Я слуплю кучу бабок. А вы с ним в школе не шалили? Всего разок, бабуля. Вы чё, это же моя тачка! А! Да ладно, он что, голый? Вывела прогулку кукожиков. Ну хорош. Мне нужна моя тачка. Как можно жрать всякую дрянь и так круто выглядеть? Эй, а ужин мой зачем выкинул? Детка, без обид, но тебе со мной не справиться. Да ну. Ну и чья взяла? В хорошего и плохого копа мы играем. Ну, как шлюхи? Ты взорвал нашу тачку? Чего? Чью тачку? Ладно, твою. Иди забирай. Зацепила. Спасибо, Кэп. Жаль, попка была клевая.